24 января 2023 года, 18 часов 16 минут, на улице Богдана Хмельницкого, 33, в городе Калининграде, со стороны улицы Ореховой, следовал автобус ПАЗ под управлением 57-летнего водителя, который при повороте налево на улицу Радко допустил наезд на 2-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. Уважаемые участники дорожного движения, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволят вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Будьте предельно внимательны на дорогах. Перед началом маневра убедитесь в безопасности. Берегите себя и своих близких.